Добро пожаловать в удивительный цифровой цирк! Помни. 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 Как спалось? Ты еще спишь? Тогда не буду тебе мешать. Вот она! Надеюсь, ты в порядке. Знаю, вчера денек был просто нечто. Нечто. О, и не переживай насчет того, что ты бросила меня и побежала к выходу. Прекрасно могу понять, что ты на тот момент испытывала, поэтому без обид. Все путем. А, ну, давай забудем об этом. У Кейна для нас новое приключение, и, судя по его анонсам, должно быть очень весело. Сегодняшнее приключение – конфетный контрабандный кавардак. Все верно. У королевства конфетного каньона похитили их самый ценный ресурс – кленовый сироп. И теперь вы должны предать гнилых бандитов к сладкому суду. Целое королевство конфет звучит... Липко! Липко не то слово! Звучит... Пузырёк, нельзя такое говорить! Нет. Стой! В нем я тестирую новый ИИ! С ним погружение усилится в 57 раз! О, новый ИИ! Ты же не хочешь связываться с новым ИИ, Зуби? Да, нет. О, звучит весело! Что думаешь, помни? Значит, вся суть нашего пребывания здесь — это ролевки? Ну... Почему вы просто стоите? Королевство конфетного каньона нуждается в вас! Нет, спасибо, я пытаюсь бросить. У них тут конфетные жучки. Как прекрасно. Это место удивительно. Смотрите, это принцесса! Вы, должно быть, храбрые рыцари, посланные богом, чтобы помочь нам с катастрофой. Это мы, мэм. Кстати, потрясное у вас королевство, классный вайб. Вы мне уже нравитесь. Смотри, помни, мы уже подружились с принцессой. Я не ребенок, не нужно меня раззадоривать. Полагаю, вам доложили о вашей миссии. Бандиты, что нас обокрали, использовали специальную автоцистерну. И мы решили, что лучший способ для борьбы с ними — это ваша собственная боевая фура. О, насилие! Еще раз, что это за временной период должен был быть? С помощью этого ключа вы попадете в королевство, когда вернетесь добром. Я верю, вы не дадите ему попасть не в те руки. Положитесь на меня, ваше высочество. О, прошу, зовите меня Лу. Учту, Лу. Чур я спереди. Боже, и это гудок. Вот отстой. Гэнгл, ты за рулем. Прощай,
эти славные рыцари! Я безоговорочно верю в вас! Думаешь, твоя мама поправится, если довезем все до деревни? Я уверен, что да. Столько сиропа спасет сотни людей. Наверняка не узнаем, пока не вернемся в деревню. Но она боец. Научила меня всему, что знаю. Ой, не расслабляемся, парни. Кажется, за нами кого-то послали. Так, Гэнгл, как только мы их догоним, я прыгну к ним, заберусь внутрь и буду шмалять, пока их родная мать не узнает. Мне кажется, это нарушает какую-то конвенцию. А твое вечное нытье нарушает покой моих ушей. Давай веди, водила! Итак, помни, уверена, что ты сможешь нам чем-то помочь. Может быть, когда догоним их... Мы бы могли играть агрессивно. Вот так! Джекс! А, идеально! Вот в такой позе оставайся, мне надо кое-что взять. Джекс! Он... Вот клянусь, где-то тут лежала базука, но я никак не могу ее найти. Помни! Лови! Вот она! Так, помни, просто не шевелись, а я пока перейду по тебе. Что, издеваешься? Ну, молодец, помни, теперь у меня нет моста. Ага, попалась! Мои руки не достанут. От них одни проблемы. Посмотрим, как их фура справится со скалами. Мои руки длинноваты, чтобы переключить передачу. О, пошла жара! Эй, Лента, давай за ними! Разве ты не должна быть покорной и сговорчивой? Езжай! О, эти ребятки не знают, когда надо остановиться, да? Качай, моя дорогая звезда, обратно! Да, точно! Все целы. Можешь повторить вопрос? Я не расслышал тебя из-за ножей. Эй, Гэнгл, а ну-ка протарань их. Что? Нельзя их таранить! Помни, все еще там! Давай, будет круто. Почему тут так много ножей? Давай, иначе я расскажу Рогате про ту фигурку. Вы что пытаетесь меня? Они чокнутые! Пусть отведают этого. О, больше никакого тарана. Видимо, все-таки придется все рассказать Рогате. Ты еще тут? Ребят! Помни! Лови! Эй, королёва, веревка хоть к чему-то привязана? Не знаю. Дай проверю. Виню в этом типе. Thank you.
Думаю, мы где-то под картой. Картой? Почему тут нет тебя или кого-то из твоей команды? Я не уверена. Потому что мы... не NPC? NPC? О чем это ты? Кто вы такие? Что я? Где мама? У тебя есть мама? Разве она не должна быть тоже здесь? Я даже не помню ее лица. А было ли у нее лицо? Было ли хоть что-то? Ладно, стой, не думай об этом. Я думаю, тут должен быть способ отправить нас назад. Верно? Я хочу, чтобы ты рассказала, что я на самом деле. Все живы-здоровы? Нет. О боже, бедная Помни. Надеюсь, она в порядке. Бедная Помни? А что насчет бедных нас? Одна плывучая цистерна отделяет нас от участи жирного пацана из Вилли Вонки. Что это? Глаза меня не обманывают? Вкусненький подарок из врат королевства? Пожалуй, не откажусь. Воу-воу-воу-воу-воу, дружок! Мы не еда, мы не конфета, мы ни то, ни другое! Ты не хочешь нас есть! О, вы не конфеты? Как я могу есть что-то, сделанное не из конфет? Простите. Помни всегда пропускает больших гадких монстров. А ты вообще кем будешь? Меня зовут Помадка. Раньше жил в стенах королевства, но меня изгнала эта гнилая принцесса после того, как я съел слишком много вкусненьких горожан. О, они были такими вкусными. Иногда я все еще слышу их крики. О, боже, это звучало как убийство. Разве это убийство, если тебе вкусно? Ответь-ка мне. А в этом есть смысл. Нет смысла! Может, оставишь это мне, пока я не начал думать, что твои волосы похожи на лакрицу? Джекс! Ух ты, и вправду похожи. Хватит! А, мистер Помадка, вы кажетесь добропорядочным парнем с действительно благородными целями. О, я не такой. Знали бы вы, чем я занимаюсь в свободное время, вас бы стошнило. Как я и говорил, так вышло, что я знаю, как проникнуть за стены королевства. И скажу вам взамен на услугу. Эй, когда ты... Заткнись, лакричного. Волоска. На, вот, прикройся. О, ты должно быть какой-то мастер по отпиранию замков, пришедший освободить меня из открытой темницы. Это я. Все, что от вас нужно, так это помочь нам придать суду парочку грязных бандитов. Я видел, как мне жнец подмигнул. Стоп, это что сейчас было? Хочешь попробовать помочь мне? Или ты все еще... Эй, ты в порядке? Нет. Хочешь поговорить об этом? О чем тут говорить? Я просто не хочу оставлять тебя здесь. Почему нет? Я пустое место. Я ничто. Моя жизнь, воспоминания, мои друзья — все фальшивка. Это может показаться странным, но кажется, мне знакомо это чувство. Ну, может, не прям такое чувство, но чувство, что ты ничто, это вполне норма. То есть... Люди даже в том мире, откуда я родом, испытывают то же самое. Но ты же все еще переживаешь за своих приятелей наверху, да? Уверена, и они беспокоятся о тебе. А какой смысл? Что у нас будет, когда вы уйдете?
лишь препятствия, созданные быть побежденными и забытыми. Ну, ты не обязан им быть. Цирк. Место, откуда я. Ну, на самом деле, я из другого места. Но... раз уж это теперь мой дом, может, он сможет стать и твоим? Люди там интересные, по крайней мере. Может, ты... смог бы быть там кем-то настоящим? С чего ты подбадриваешь меня? Какая тебе от этого польза? Я, наверное, просто не хочу, чтобы ты чувствовал себя ничем. Чтобы хоть кто-то так себя чувствовал. Но я ведь даже не настоящий. Я приживусь? Уверена, что приживешься не хуже, чем я. И мне не помешал бы друг. Друг. Странный ты, персонажик. Думаю, можно попробовать. Я лишь попрошу не говорить об этом парням. Они парочка шустрых паршивцев, и я не хочу ломать им жизнь. Ну да, в этом есть смысл. Кстати, как тебя зовут? Гамику. Вау, это настолько же тупое имя, как и у меня. У тебя есть идеи, как вытащить нас отсюда? Я не знаю. Может, воспользоваться глюками из коллизии грузовика? Я правда не уверена, как нам... Ладно, я пойду методом научного тыка. Если не выйдет, то попробуем что-нибудь другое. Ты тут эксперт. Вообще нет. Ну, давай попробуем. Я вот только что поняла, что это может быть слегка резко. Я рассчитывал на что-то гораздо менее разочаровывающее. На что ты рассчитывал? Ну, знаешь, типа, на большую финальную битву, резня, смерть, хаос. Ну и ладно. Вы уверены, что они исчезли, а не упали куда-то или типа того? Я не могу сказать наверняка, но определенно. Раньше босс не исчезал с клоунами. Что-то новенькое. Что ж, это... беспокоит. Ну, при самом худшем сценарии мы всегда сможем попросить Кейна найти ее. Меня волнует больше, что у нее очередной ужасный опыт. Кажется, она все еще сильно расстроена из-за вчерашнего. Я не думаю, что я ей особо нравлюсь. Подобное будет тяжело для любого. Не бери на свой счет. Я помню, как долго ты приспосабливалась. Оу, да. Я удивлена, что ты это помнишь. Помнишь что? У вас что, есть второй грузовик, и он летает? Да! Нет, стоп, точно нет. Я отключу. Не смогла удержаться? Что это такое? Помни, ты в порядке? Что случилось? Да, я в норме. Я нашла нового друга. Босс, где вы были? Все пошло не по плану. Вам лучше не знать. Рад вас видеть, парни. А почему тут два грузовика плохишей? В этом тоже полно сиропа. А, да, похоже на то. Я надеюсь, вы не против, чтобы мои ребята отвезли его в деревню? Наверное, раз их два, то ничего плохого. Я неимоверно разочарован. Ну, может, кровь, смерть и жестокость будут в следующем приключении? Ха-ха-ха-ха-ха, просто здорово. Да, ну,
Это Гамигу. Он вместе с нами вернется в цирк. О, так можно? Его мир, он типа полностью рухнул. Думаю, это меньшее, что я могла ему предложить, вместо того, чтобы просто оставить его. Эй, мило с твоей стороны. Давайте уже отвезем этот дурацкий грузовик в дурацкое королевство, что ли. Благодаря вам, храбрые рыцари, наше королевство будет снова процветать! Уверена, это было непросто. А вы даже не представляете. Прощайте, храбрые рыцари! Приятной вам казни этого бандита! Да, именно этим мы и займемся. Эй, похоже, я все-таки не зря оставил ворота открытыми. А чего? Я думала, он мертв. Ты все равно это сделал? Стоп! Что ты сделал? А что там, вот с ним еще как-нибудь поможем. Пока! С возвращением, мои маленькие стойкие гамбургеры! Значит, это и есть цирк, да? Ну, привыкнуть можно. Оп, кажись, один из этих проскользнул. Стоп, чё? Стой! Что? Я понимаю, что вам нравятся ваши NPC, но если я перестану понимать, кто человек, а кто NPC, кто знает, что может случиться? Что ж, пойду попью водички. Давненько я этого не делал. Блин, я думала, он никогда не уйдет. Мне правда очень жаль, помни. Но ты хоть попыталась? Может, он вернется в будущих приключениях? Я знаю, Кейн любит иногда повторно использовать NPC. Я все подготовила. Эй, может, хотя бы присоединишься к похоронам Кауфма? Нам нравится устраивать небольшие панихиды в память о людях, которые рассеялись. Это пришлось немного отложить из-за твоего прибытия и всего такого. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы почтить их. Бог мой, всегда кажется, что готова к этому, но потом мы ставим фото и... Вот... Я уже не могу сдержаться. В 2024 году роли дублировали Влада Мариупольская, Анастасия Сидорова, Макс Ман, Иван Шухин, Светлана Аманова, Екатерина Гершкович, Вячеслав Никитин, Арина Колотюк, Кирилл Бакшаев, Никола Родригес, Влад Любимов и Ливон Мамулов. Режиссер Макс Ман. Сорежиссер Иван Шухин и Никита Мауров.